Прошлогодняя практика встреч горожан с главой города и представителями администрации на депутатских округах стала эффективным инструментом обратной связи. К такому выводу пришли бердские депутаты на заседании правового комитета. По словам Андрея Никулина, встречи нужны жителям Бердска. Они дают возможность задать свои вопросы власти напрямую и потребовать ответа. Глава проводил вот эти встречи по избирательным округам, да? Тоже. Значит, хочу сказать, у меня, там народ сейчас весь отдохнул, вернулся, да, и начинаются вопросы. Вот. И я не знаю, что отвечать, эти встречи будут проходить или не будут. Выездные встречи главы города с жителями разных районов проводились в прошлом году регулярно. В них принимали участие специалисты городской администрации и депутаты. Вчера на заседании правового комитета горсовета прозвучало предложение возобновить такие встречи. То, что выполнили или не выполнили, вопрос второй. Это пусть люди тогда и скажут ему. Но у нас сама процедура, то есть мы вроде как двинулись в сторону... общение с населением, и нас люди видят, мы как бы докладываем, что делает администрация, а сейчас мы, получается, как бы пропали с территории. То есть мы сказали, мы к вам завтра придем, и нет, они все ждут в гости. Проблемы, высказанные горожанами во время встреч на избирательных округах, можно было бы внести в перечень наказов депутатам. Пока же городские власти думают о том, как этот перечень, наоборот, сократить. У каждого предлагают они, которые, допустим, может, у меня берут за свою, по дворам, благоустройство придомовой территории, люди предлагают таких мероприятий исключить. Сокращению, к примеру, подлежат те наказы, которые попадают под действие и финансовую поддержку федеральных и региональных программ, такие как, например, комфортная городская среда. Вопрос о корректировке перечня наказов выносится на ближайшую сессию 25 октября.